Здорово. Сразу такая, знаешь, такая российская тема пошла. А тебя на родине это вообще как иностранцы сейчас воспринимают, когда приезжаешь? Нет, я русский. Я русский. Все равно ты для них свой, да? Я и здесь русский. Меня туда тянет. Тянет ностальгия. Это моя родина, и я хочу там что-то делать. Он а тоже... когда ты вообще первый раз из своей деревни уехал, ты помнишь? Куда? Это было, наверное, лет 12-13 я уехал, такая низовка из Коряжма. Коряжма, да, и в Коряжме я приезжал, помню, приехал, ну что-то у нас там. Дома там, для меня супермаркет был, я сейчас в него захожу, такой домик примерно вот столько. Место в нем, я считаю, в него заходил, мне казалось, такой магазин. Это, наверное, больше ничего не бывает. Приехал в Коряжму, пятиэтажные дома. Думаю, во, если я вырасту, я буду строить только такие, не меньше. Пятиэтажный дом для меня было что-то сверхъестественное. Живет такой парень Виктор Успаских. Русский, выросший в деревне Архангельской области. Много лет назад жизнь забросила в Литву, как и многих наших сограждан, на работу. Получил квартиру в общежитии, потом женился, родилась дочь, сын. И как все русские люди, понимая, что живут в империи, у моря, языка не учил, на баррикадах не сидел, за свободу Литвы не воевал, смотрел на все широко открытыми глазами и был далек от политики. А как рухнул союз, уезжать не стал. Получил гражданство, выучил язык и открыл свое дело, стал предпринимателем. Почему Литва не могла стать хорошей европейской культурной страной? Ну, может, не так политики. Много времени прошло. Не-не, политики не дали этого. Ну, сегодня ты сам политик теперь. Да, да. Кстати, мне надо было идти в политику именно потому, что... Именно потому, чтобы остановить вот такой беспредел. И пошел останавливать беспредел. В депутаты он выдвигался по Кидайняйскому району, где одни литовцы. И, к удивлению, получил 70% голосов. Подчиненный должен иметь вид лихой и немного придурковатый. Да вы разумеете своим не смущать вышестоящее начальство. Как человек, который сидите с Виктором за партой, да? Наверное, про него должны знать все. Да, да, да. Я думаю, что он сделал правильный выбор, поскольку он выбрал меня из 15 женщин, и я вместе с ним сижу в одной партии в парламенте. Ну, может быть, потому что я самая юная женщина, член Сейма Литвы. Ну, наверное, поэтому он меня и выбрал. У вас такая вообще самая шумная партия, по-моему, в зале, потому что после ваших выступлений зал или смеется, или наоборот там негодует. Да, ну мы уж такие. Да уж такие, да еще какие. Виктор Успаских среди депутатов выглядит белой вороной, не принадлежит ни одной партии и фракции. Как говорят, ни белым, ни красным, ни за либералов, ни за консерваторов. Делает свое дело, хотя занимает пост председателя самого престижного комитета по экономике. По рейтингу политических деятелей одно время был в списках первых лиц государства. Да и сейчас ниже седьмого не опускается. Парень, который, в общем, вырос у нас в России, да? Сегодня это русский литовец, да, или литовец русский, там не поймешь. Вы с ним хорошо знакомы? Конечно. Все-таки я его оценим как талантливого человека. Он с нуля начал большой бизнес у нас. Он как-то вошел в эту жизнь этого общества, общины вот этой местной, прекрасно себя чувствует. То есть дай бог, чтобы таких русских было побольше. Дай бог, я тоже говорю, дай бог. Все-таки скажи, изменилась ситуация по отношению к России? Сильно изменилась, в лучшую сторону, и капитал не пахнет. Почему много несчастья в Литве всяких, неясных, непонятных, политических? Ну, за 12 лет 13 правительств. 13 премьеров. Обалдеть, обалдеть. Как вы, бедные, вынесли-то это все? А та политическая ситуация, которая сегодня находится в Литве, она настолько как-то стабилизировалась, что, ну, просто мне так жалко. Я как не пресекаю никакой политической карьеры. Мне хочется, чтобы это оставалось как можно дольше, потому что так успокоилась политическая обстановка, успокоилась.
Это благодаря вот этим людям, которые стоят у руля власти. На какой-то врожденной интуиции Виктор так быстро вошел в политику и завоевал авторитет, что многие поражались. За словом в карман не лез, говорил все открыто и честно и избирателям, и руководителям страны, и журналистам. А сам даже сочиняет веселые куплеты на своих коллег-политиков. И Альгерд доскочил, и Витовт упал. Адамку с чачу танцевал. Ой, мама, мама, куда же я попал? В Литву, сыночек, в Литву. И Альгерда с Бразауска скачил, и Витовта с Ландсбергис упал. Адамку с чачу танцевал. Ой, мама, мама, куда же я попал? И в песнях он хулиганит. Правда, по-доброму, с юмором, да и в жизни тоже. Когда я наблюдал за ним, летающим на водном мотоцикле и выделывающим различные трюки, как истинный рокер, думал, ну, настоящий пацан. Трудно представить, что уже разменял четвертый десяток. Азартен и упрям. Точно, архангельский мужик. Утро в Паланге. Уже холодно. Светает часов 7-8 утра. Мы встали, как в армии, в 6. Виктор, как настоящий хозяин, уже у плиты, готовит завтрак. Жена в городе, а мы одни на даче в Паланге. А готовить ты сам научился? Да. А как у тебя время-то хватает готовить еще? Вообще, меня, а может, быстрее подготовить, чтобы сходить в какой-то ресторан? Ну, в общем, да. Вообще, меня в деревне звали завхозом. Наверное, лет 6 я мог практически у себя в деревне, на родине, в любой двор зайти, попросить 5 или 10 рублей. В то время это большущие деньги были. Ну, да. Мне давали. Я с этими деньгами мог спокойно идти в магазин, сам купить, знать, что надо, дом. Там, хлеба, крупы, масло, сахар, что там еще, чаю. В общем, я все знал сам, мне не надо было ничего говорить. Вот. Мне ничего не надо было говорить, я все сам соображал и приносил то, что надо. Ну и что, ты хочешь сказать, что прямо так все легко тебе в Литве давалось, никто тебе палки в колеса не вставлял? Начало именно было такое, что было достаточно легко. Обращать внимание стали тогда, когда стал путаться под ногами, стал занимать рынок. А литовский рынок не такой большой, тогда стали замечать. Сначала конкуренты, конечно, употребляли, что это русский, что это нельзя давать развиваться русским, еще и так, прямо в открытую говорили. Представь себе, я только бы поддался такой пропаганде, стал бы шуметь, как это так, прижимаете русских и все. Я прекрасно определил причину. Не политика здесь виновата, не нация здесь виновата, не моя национальность. А виноват здесь рынок. Просто небольшой рынок, и я здесь путаюсь, я кому-то мешаю. И все-таки ты смог защитить себя, да, свое дело. Да и развил достаточно, и производство растет, рабочие места растут. А сколько у тебя рабочих мест? 4000 рабочих мест было практически. Часть создана, часть сохранена, и общее было 4000. Честно говоря, я и представить себе не мог, какое у него хозяйство. Многое видел, но чтобы так. На итальянском и немецком оборудовании работает его агроферма «Креконес». Туша этих свиней соответствует европейскому стандарту. 1 сантиметр толщина сала. И не больше, и не меньше. Это предприятие в Литве получило первый международный сертификат качества. А с помощью современного оборудования производят здесь более 70 наименований продуктов. Литва всегда отличалась обилием и фантазией в колбасах, да во всяких деликатесах. И известная на всю Литву консервная фабрика. Кто-то из литовских художников сделал в газете шарж, внес в герб города Кидайняй огурец. Маринованные огурцы стали визитной карточкой города. Все продукты с литовской земли, все со своих полей и лесов.
А это самое большое в республике зернопереработывающее предприятие. Производит ржаную муку, корм для собак, кошек, домашних животных и даже для рыб. В качестве экспертов здесь проживают страусы, павлины, пони. Они пробуют на себе изобретения и пищевые добавки. Размножаются, заводят семьи, значит, живут хорошо. Ну и, конечно, самое популярное в Кидайняе – мороженое. Его производят из цельного молока высшего качества. Ассортимент большой, а любовь к мороженому в Литве особая. Виктор даже придумал новый государственный праздник мороженого, на который в Кидайняй съезжается вся Литва. О своих передовиках труда, о новостях города, планах рассказывает местная газета, организованная Виктором. Так же, как и собственное телевидение, которое каждый день показывает горожанам все, что происходит. Поэтому и мы стали героями передач. Виктор считает, что социальный показатель жизни людей – это их отношение к старикам и детям. У него самого было трудное детство. Вырос в многодетной семье, поэтому для детей из небогатых семей организовали столовые, а воспитатели помогают им делать уроки. Виктор создал специальный фонд милосердия для малоимущих, поручив эту деятельность своей жене. Почти каждую неделю в своем депутатском кабинете он встречается с избирателями, выслушивая наставления, жалобы и просьбы. А куда вам-то идти, если вам надо помочь? Кому обращаться? Если мне нужна помощь? Да, но если тебе нужна помощь, то тебе-то кому идти? Никому. Никому. Сам себе помогаю. Но Виктор слукавил. А есть у него одно место и человек, к которому он приезжает не жаловаться, а душу отвести. Называет он его духовным отцом. Это католический монах, отец Станислав, которого Виктор искренне полюбил и очень хотел нас с ним познакомить. Отец Станислав в годы советской власти был репрессирован и выслан в лагеря для политических заключенных. Но об этом времени он вспоминать не любит. Живет завтрашним днем, поэтому сразу решил показать нам свое хозяйство. На территории собора создал отец Станислав свой церковный музей, чего там только нет. И старинные католические одеяния на все праздники, и целая коллекция крестов, и праздничные фонарики, и даже целая стена медных кастрюль. Поговорить о жизни, о политике он любит. На все у него свое мнение. У нас очень большие симпатии русскому народу. Но, увы, у нас власть охватили проамериканцы, и которые нас теперь вводят в НАТО проклятую. Мы не имеем свободы никакой. Мы незалежные. У нас НАТО проклятое же пришло. Мы для НАТО покупаем стингеры и все остальное. Сами бедные, как мыши, так? Нету Литвы. Мы хотим, чтобы был каждый народ самобытный. Вот ваше спасение России, что вы имели такая большевизм 70 лет, как марксизмы вас уничтожали, все, хотели все уничтожить, не уничтожили, потому что было в глубине России православие. Отца Станислава можно слушать сутками и снимать про него целое кино. И мы, конечно, обещали вернуться. Он благословил нас на дорогу, расцеловал своего духовного сына. Ведь на самом деле только благодаря поддержке православного Виктора и строился и все хозяйство вокруг. История Кидайняйского края упоминается в литовской хронике еще с 1372 года. Край удивительный и живописный. Здесь и история народа, и уникальные костелы и монастыри. Здесь родились и выросли многие известные люди. Это родина лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша. Но Виктор, как истинно русский человек, решил нас удивить и показать уголок России. Этот заброшенный особняк он выкупил у государства. Это бывшее имение Петра Столыпина. Здесь он вырос, учился в гимназии, а закончив Петербургский университет, был назначен маршалкой бояринов Каунасского округа.
В музее истории Кедайняйского края хранят память о великом реформаторе, и ему посвящен стенд. Говорят, что именно жизнь в Литве надоумила Столыпина произвести аграрную реформу в России. Имений у Столыпина было много, но Кедайняйская Калнабержа – самая любимая. Когда-то вот отсюда выходил великий реформатор Столыпин, да? Да, тот Столыпин. Это его было самое любимое имение. Он здесь построил школу, больницу небольшую, железнодорожную станцию. Вот церковь та, в которой мы были. Эту церковь строил сам Петр Столыпин в 1895 году. Строил для местных православных крестьян. Жертвовал деньги на храм. А ныне Виктор взял почетную эстафету от великого соотечественника и поддерживает храм. Сделал капитальный ремонт и часто приходит сюда. Все же хотел, чтобы эта усадьба была восстановлена и был бы сделан музей, может быть, какой-то даже жилой комплекс в оригинале, как жил здесь Столыпин. Его очень любил здесь народ. Все, кто здесь жили, выходили, и обслуживающие, и жители выстраивались, как вот та аллея также выстраивались. Они встречались, он ругался все время, говорит, что вы здесь меня не устраиваете, парада, знаешь, приема. Да, скоро вот та... тебя также будут встречать. Церковь, ну, мне это не надо. А если говорить серьезно, есть какая-то связь времен? Столыпин здесь начинал, строил и церковь, и этот вокзал, и дороги. Пытался сделать жизнь литовских крестьян лучше. И Виктор тоже пытается создать достойную жизнь людям. Вот это банк, вот это гимназия, тут магазин центральный, банк Вильнюс филиала, здесь местное управление. Это все строили мы. Когда все это сделано, конечно, часть тебя здесь есть. В любом случае. Вот сейчас мы едем в школу. Я тоже в свое время, лет 8 назад, наверное, созвал всех директоров средних школ района. И сказал, сделайте программу, я буду финансировать. По инициативе Виктора был создан экономический класс. Компании «Виконды», которой он руководит, были выделены серьезные средства и закуплено компьютерное оборудование. Для Виктора, который ходил в школу за несколько километров, образование – вопрос серьезный, и специалисты нужны, и хочется помочь ребятам состояться и найти себя. Может, поэтому уже несколько лет подряд 100% выпускников старших классов поступают в высшие учебные заведения Литвы. Я им всем, конечно, говорю, что они должны кончить здесь экономический класс, ехать в университет, поездить по миру, по стране и со знаниями вернуться в Кедайня и поднимать город. Мы не знаем, что будет завтра. Но мы надеемся, что все будет хорошо. Мы оптимисты. На самом деле квалифицированных специалистов не хватает. Здесь собираются люди, которым это важно, которые точно хотят что-то в жизни. В Литве надо очень стараться, учиться. Стараться надо везде. И в Америке, и в Литве, и в России. А как, ты вообще везде вы живете? Чем занимаетесь в городе? Или только школу? Вот теперь клуб откроется. Я думал, действительно клуб. А это огромный культурно-развлекательный центр, который тоже строит компания Виктора. Здесь будут и концертный зал, и кинотеатр, и театр, свое телевидение, бары, кегельбаны и даже казино с настоящей рулеткой, о котором в городе говорят все и уже даже делают ставки. А для молодежи – дискотека и даже специальные комнаты отдыха. Словом, размах по-успаски, чтобы было красиво и оригинально, и не как у всех. Из провинциальных городов Литвы такой центр первый. Жизнь будет здесь, как я понимаю, веселая. Ну, я думаю, что да, для того и делается, потому как... Я считаю, что это ваш подарок для Кедайня, ну, потому что я не думаю, что он всегда будет полный и так далее, но... Уже будут, люди будут знать, что есть куда сходить. А вот на этом месте было болото и пустырь. Виктор решил превратить его в летний концертный зал.
Все сомневались, но вышло замечательно. Бар «Виконда» на 1000 мест, дискотека и сцена для модных поп-групп из Литвы стали любимым местом отдыха кидайняйской молодежи. Честно говоря, я по-человечески был за Виктора горд. И только сейчас вспомнил фразу, сказанную им с утра на кухне в Паланге. Тогда, не видя всего, я думал, ну, может, привирает, позирует. Оказывается, нет. Если ты что-то сделал, ну, ты должен знать, что не обязательно тебя должны благодарить всю жизнь теперь. И вот я просто пришел сам к этому. Поймал себя на мысли, когда не ждешь благодарности, намного легче жить. Так что, если ты что-то делаешь, сделай, забыл. Но горожане не забудут. Ведь создать людям достойную, радостную жизнь сможет далеко не каждый. А город Кидайняй, в прошлом провинциальный и серый городишко, сегодня стал похож на сказку. Аккуратный, много цветов и приветливых людей. А этот старинный особняк, офис и дом Виктора, где живет его супруга, которая скоро обещала ему подарить еще одного наследника. Виктор – счастливый отец, счастливый муж и, конечно, счастливый человек. Как ты умудряешься все это успевать? Все это чего? Ну, то каждому... Вот все это вот. Каждому объекту, каждому делу есть свое время. Да. 24 часа в сутки. Так что спать надо каких 6-7 часов, а остальное заниматься делом. Потянуло бы тебя на родину? Захотела бы ты баллотироваться, скажем, в губернаторы своей Архангельской губернии? И смог ли ты бы ее как-то так по-своему мощно встряхнуть, поднять? Даже не став, может быть, губернатором Архангельской области, а если бы сказал бы, вот, на самом деле, вот так вот, Ефремов, я сказал, ну, Виктор, у себя там в Литве немало сделал, не хотел бы поработать на благо своей родины, с удовольствием. Уехал бы года на 2, на 3, на 4. Каждый, кто имеет возможность, способность как-то улучшить, украсить, благоустроить свой край, особенно где ты родился, если он так сделает, то обязательно Россия быстро будет вставать на ноги. В слезах полей, в крестах церквей живет надежда, любовь и сила. Храни тебя от горьких дней, моя Россия, Россия, Россия. У каждого русского человека, куда бы ни занесла его судьба, всегда остается в памяти его Россия. Где он родился, где его мать, где его воспоминания. Мы прощались с Виктором на крыльце его дома. Я был очень рад, что живет такой парень в Литве, что он русский из Архангельской деревни. Что в тебе сильнее, запрягала медленно, загнала коней под снегами талыми, плачет колья. Отдохни, усталая родина моя, отдохни, усталая родина моя. В слезах полей, в крестах церквей живет надежда, любовь и сила. Храни тебя от горя.